Вот про что я расскажу тебе в этом видео. И те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в интересном конкурсе. Поехали! Всем привет, друзья! Весна не за горами, а там и наши любимые походы и пикники на свежем воздухе. И чтобы было комфортно отдыхать на природе, я подготовил для вас 17 классных и полезных товаров для выживания и кемпинга. Уверен, они вам пригодятся. Все ссылочки на товары я оставил в описании, переходите и смотрите. И как всегда, по традиции, в конце видео будет конкурс. Советую вам подписаться на канал Зея Факты, канал, на котором автор рассказывает про самые интересные и свежие темы. Новости, факты, сплетни, слухи и топы. И все это приправлено щепоткой юмора. Разнообразная тематика не оставит равнодушным ни одного из вас. Сегодня на канале как раз вышел свежий выпуск про 10 самых ожидаемых кинопремьер 2018 года. Так что чем раньше вы подпишетесь, тем меньше выпуска вы пропустите. Бегите по ссылке в описании и подписывайтесь. Вы точно не пожалеете. Приятного просмотра! И начну я с мечты каждого датчика и туриста – походный туристический гамак с москитной сеткой. Гамак имеет размеры 250 на 130 сантиметров и предназначен для отдыха на открытом воздухе и в теплое время. Туристический гамак представляет собой двойной слой ткани. Гамак крепится к высокопрочному нерастягивающемуся шнуру, средняя часть которого образует верхний слой гамака и вместе с боковыми растяжками создает его форму и внутреннее пространство. С внешней стороны гамака под молнией находится карман для размещения утеплителя и защиты от кровососущих насекомых. Несущий шнур позволяет подвешивать гамак к деревьям или другим опорам. Удобный силиконовый чайник будет кстати тем, кто любит путешествовать или кто работает на стройке. Чтобы не использовать кипятильник, придумали этот чудо-чайник. Чайник сделан из пищевого силикона. Также может работать как от 110 вольт, так и от 220 вольт. Объем данного чайника составляет 750 мл. Еще одним преимуществом данного чайника является функция поддерживания тепла, свойственная термочайникам. Подталкивает к покупке данного товара его размер и вес. В полноценном виде размеры чайника 14,5 см, в сложенном состоянии 9,5 см. Вес чайника составляет 600 грамм. Походный набор столовых приборов. Сделан наш набор из титанового сплава. Просто находка для охотников, любителей походов, путешественников или для тех, кто любит отдыхать на природе. В данном наборе имеется ложка, вилка, нож и открывашка. Продукт сделан добротно, поставляется в чехле для удобной транспортировки. Открывашка может быть использована в роли подставки для телефона. Приборы легко вставляются в друг друга для удобной транспортировки. Метод крепления данного чехла универсальный поясной. Подходит для ремней 4-5 см. Незаменимая вещь во время военных действий, стихийных бедствий, катаклизме или просто в хозяйстве – это суперфонарь. Данный фонарь поистине можно считать универсальным, так как он имеет достаточно большой функционал – не 2 в одном и даже не 5 в одном, а целых 7 в одном. Согласитесь, очень даже круто. Данный товар можно использовать в роли фонаря, лампы, FM-радио, пауэрбанка, солнечной батареи, сирены и генератора. Очень надежный фонарь при разных походах, при работе дома или же в гараже. С помощью такого фонаря можно разглядеть что-то в темном помещении, лампу можно повесить в палатке и использовать ее в роли лампочки. А с помощью пауэрбанка можно подзаряжать свои устройства. Солнечная батарея будет кстати при каких-то летних походах или же при работе под солнцем. Незаменимая вещь для рыбаков – это эхолот. Он зарекомендовал себя как простой и надежный помощник рыболова, предлагающий свои услуги при самых разных условиях рыбалки. Кроме наличия рыбы, эхолот даст рыболову четкое представление о структуре и рельефе дна, присутствии травы и коряк в районе лова. Данный эхолот имеет широкий угол луча эхолота – 45 градусов. Сканирование проводится на частоте 200 Гц, а также работает на глубинах от 0,7 до 100 метров с погрешностью до 10 см. Экран имеет размеры 38 на 38 мм. Также можно использовать при температурах от минус 20 до плюс 70 градусов. Трехместная палатка. Отличная находка для любителей путешествовать или для тех, кто любит выезжать на природу. Палатка надежная и не боится дождей, так что можно не бояться, что промокнете при первой плохой погоде. Палатка изготовлена из водонепроницаемого материала. Имеет один вход и одно вентиляционное окно. Также есть противомоскитная сетка. Диаметры дуг 8 мм. Дуги сделаны из стеклопластика. Материалы, из которого сделаны тент и дно, полиэстер. Вес палатки составляет 2,8 кг. Классный водонепроницаемый смарт-браслет. Данный смарт-браслет ничем не хуже своих конкурентов. Он не уступает в своем функционале, и дизайн понравится многим. Смарт-браслет будет кстати для тех, кто не любит носить часы, или же для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и активностью.
Смарт-часы имеют монитор сердечного ритма, шагомер и спальные мониторы. Имеют водонепроницаемую конструкцию, водонепроницаемый стандарт IP68. Подходит для использования дома, в офисе и во время активного отдыха. Имеет функцию GPS, шагомер, напоминание необходимости движения, частота сердечных сокращений, будильник, монитор сна. Также совместим с операционными системами Android и iOS. Радиатор на походные горелки. Любите готовить вкусности на природе, но вас утомляет ждать, когда приготовится пища на костре? Тогда вам необходим радиатор. Он позволяет заметно улучшить КПД, благодаря чему вам удастся приготовить походные блюда намного быстрее. Это возможно при помощи радиального распределения энергии. Радиатор подходит для всех типов плит. Только обратите внимание на его размеры – 9,2 на 6 см. Если у вас горелка больше, радиатор не подойдет. Гаджет используется для нагрева воды, барбекю, нагрева пищи. Им также можно и подогреть палатку, если на улице прохладно. Материал изготовления радиатора – нержавейка. Это обеспечит прочность и долговечность. Водонепроницаемая лампа 2 в 1. Одновременно лампа служит вам в качестве внешнего аккумулятора, от которого вы можете заряжать телефон, навигатор или планшет. Возьмите с собой на рыбалку, охоту, поездку на велосипеде, в поход или на вечернюю прогулку. Лампу можно заряжать как от солнечной панели, так и от любого светового адаптера 220 вольт с выходом USB. Лампа водонепроницаемая, легкая, имеет 3 уровня яркости лампы. Максимальная мощность 2,5 ватта. Лампа держит заряд при непрерывном использовании от 5 до 72 часов в зависимости от заряжаемого от нее устройства. Держатель для удочки. Имеет полностью металлический корпус. Как стержень, так и другая часть держателя металлическая. Очень удобный гаджет, думаю, понадобится всем рыбакам. Ведь имея такой держатель, у вас освободятся руки. И не нужно будет постоянно держать удочку. Размер стержня составляет 12,5 см. А верхняя часть держателя 12 см. Товар простой, и думаю, все понимают, зачем он нужен, и много рассказывать не нужно. Браслет-спасатель. Это уникальный гаджет, который не даст вам утонуть. Не все люди любят носить спасательные жилеты во время отдыха на воде. Зачастую подобное пренебрежение к технике безопасности в итоге стоит им жизни. В спасательном жилете неудобно плавать. Да и какой любитель пляжа согласится прикрыть им свое тело от солнца, в итоге лишась бронзового загара? В автомобиле мы надеваем ремень безопасности. Но что можно надеть во время купания в реке или море, чтобы обезопасить свою жизнь? Браслет-спасатель разработан именно для тех, кто не желает носить жилеты. Данный браслет способен поднять человека весом до 125 кг. Чтобы активировать браслет, нужно дернуть за металлический рычаг. Тактический набор для выживания. Это набор из 10 самых полезных инструментов. Собираясь куда-либо за город, бросьте его в бардачок или рюкзак. Компактные размеры и небольшой вес, всего 200 грамм. В комплекте данного набора имеется один мультитул обычный и другой мультитул карточка, свисток, фонарь, компас, ножик, тактическая ручка. Ей можно что-то написать или же использовать ее в аварийной ситуации. С помощью верхней острой части можно разбить стекло и выйти из машины. А еще есть маленькая ручная пила. Держатель для котелков. Не хотите лишний раз пользоваться котелком, потому что непонятно, как потом брать горячую посуду в руки? Забудьте об этой проблеме. В этом вам поможет удобная ручка держания котелков. Если вы закрепите ее на котелке, сможете легко переставлять посудину с места на место. Ручка для держания котелков защитит ваши руки от ожогов, сделает процесс приготовления пищи более безопасным. Благодаря маленькому размеру и весу, ручку удобно носить с собой. Ее можно использовать у себя на кухне, а можно захватить с собой во время похода или пикника. Кстати, ручка подойдет не только для котелка, но и для других емкостей. Например, если вы используете старую сковородку, у которой отвалилась ручка, вы можете установить новую ручку, изготовленную из алюминия. Мощный налобный фонарь с датчиком движения, который имеет встроенную батарейку, которую можно заряжать с помощью микро-USB. Он используется в качестве индивидуального осветительного прибора в промышленности, быту, охоте или туризме. Поворотная головка позволяет наклонять фонарь от 0 градусов до 45 градусов. Его корпус герметичен, пыли непроницаем, выдерживает кратковременное погружение в воду. Фонарь мощный, имеет один светодиод. В комплекте полагается провод микро-USB. Складная корзина для пикника, ну или по грибы сходить. Просто незаменимая вещь в хозяйстве. В дороге, на отдыхе, пикнике и просто в походе на рынок или в магазин такая корзина выручит вас всегда. Также корзину можно использовать при походе по сбору грибов или ягод и пеших пикников.
Это делает ее просто незаменимой вещью для активных и динамичных людей. Она послужит хорошим помощником при ведении домашнего хозяйства. Подойдет для использования как взрослым, так и детьми. Бутановая горелка. Маленькая универсальная горелка с тремя форсунками, большой емкостью для газа и предохранителем. Больше подходит для ювелирного дела, ремонта хрупких программных плат, быстрого разогрева веществ, разжигания костра и быстрого накала угля. Горелка с пьезоэлементным механизмом, индикатором уровня газа. Заправляется газом. Легкость и малый вес позволяют удобно транспортировать как в кармане, так и в небольшой сумке. Температура пламени достигается 1300 градусов. Небольшой ручной нагнетатель воздуха, он же ветродуй для костра, мангала или барбекю. С этим вентилятором пожарить мясо на углях или разжечь промокшие дрова будет гораздо проще. При вращении ручкой механизм создает мощный направленный воздушный поток, который делает за вас всю работу. Корпус выполнен из прочного пластика и особого сплава. Механизм действия предельно простой. Для создания потока воздуха необходимо просто крутить ручку. Уверен, что нагнетатель не раз выручит вас в любую погоду и в любом месте. А вот и долгожданный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, во что вы любите играть со своей компанией, будучи на природе, или в какие виды спорта вы играете, опять же на природе. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Кстати, на канале Аль Пачино Лайф вышли новые конкурсы, и несколько победителей так и не объявились. А может, именно ты выиграл приз в видео? Переходи и смотри. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!